Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Драконы. Всадники Олуха». Так, давай-ка вначале мы, наверное, соберем с тобой рыбу. Слушай, а бревен у нас с тобой полным-полно. То есть все завалено. Только лишь рыбу. Рыбу мы можем с тобой собирать. Так, секундочку, а что нам нужно сделать? Так, можем открыть с тобой пак. Посмотрим. Громобой, громель, так, душитель, древоруб. Так, острозуб. Окей. Ставим на открытие этот пак. Сегодня будем с тобой открывать пак вождя. Наверное, даже две штуки. Ну, посмотрим. Сначала нужно разобраться здесь с делами. Так, тыкву мы с тобой забрали. Что у нас здесь? Древесина. Понятно, с ней перебор. Так, что же нам с тобой тут замутить? Я могу, в принципе, отправить Беззубика тренироваться. А с другой стороны, зачем? Когда я могу лучше вот так вот сделать. Беги, водорез, обучайся. Так, слушай, кого бы нам еще с тобой отправить? Друзья мои, я, кстати, получил нового дракона. Этого я нашел. Это разнокрыл. Так, лаварык мне выпал из пака. Так, а ты кто у нас? А, размягчитель. Этот, по-моему, тоже, ребята, у нас выпал. Но он не из пака ареновского, а выпал вот из этого пака. Ежедневного, скажем так. Давай заодно, кстати, посмотрим, что у нас тут сейчас выпадет, что нам достанется. Так, громель, громобой. Ух ты, экзотический шепот смерти. Ну ничего себе. Действительно экзотика. Так, дальше. Слушай, нам этого, наверное, малыша тоже нужно покормить. Размягчитель, пускай идет, тренируется. Да и, в принципе, этого тоже нужно. Слушай, а что я делаю-то? Господи, мне же нужно 5 драконов до 24 уровня прокачать. А я чем занимаюсь, господи. Так, давай, душитель. Подожди, блин, расширить академию я уже туда отправил, да? Тренироваться. Молодец, красавчик, елки-палки. Ладно, пока есть время, давай займемся делами. Так, здесь мы с тобой получаем награды. Кстати, насчет конфет, друзья мои, я ведь могу кое-что приобрести. Но вот не знаю, стоит ли мне тратить на это конфеты. Сейчас я посмотрю. Так, у нас в данный момент сколько? 2725 конфет. Я могу приобрести вот этого вот жутика. В легкую. Да? Или же, ну, душитель, мне кажется, не нужен. Или же вот могу взять редкий. Это у нас костолом. Жутик или костолом, а? Вот как ты думаешь, что лучше? Это эксклюзивный, а это редкий. Ребят, напишите в комментарии мне, кого лучше взять, жутика или костолома, или накопить вон на этого, этот, эксклюзивный. Просто я больше уверен, что у вас, наверное, есть опыт в этой игре, и вы можете мне посоветовать что-нибудь правильного. А то я сейчас тут наделаю делов. Так, что у нас тут? Угу. Первое задание, да, мы с тобой сделали, но, ребята... Отправляем их дальше. Пускай будут гонки. Адьюс. Так, Громль, ты тоже у меня сейчас полетишь. Не расслабляйся. Так, выберем мы с тобой здесь строительство. Что там, что тут. Окей, пускай тоже летит. Так, эту тыкву я взять не смогу, да? Естественно, естественно не смогу. Так, тебе отправляем за бревнами. Тебе за бревнами. Так, тебя пока никуда не будем отправлять. Это забираем. Ты лети за рыбой. За рыбой. Так, и ты тоже за рыбой отправляйся. Так. Вроде бы пока все. В общем, нам нужно с тобой еще найти. Вот этого, в принципе, можно подкачать маленько, да? Угу. Он готов потом уже идти на обучение. Так же, как, в принципе, и этот дракон.
Кто еще хочет, ребята, у нас с вами прокачаться? Пока я никого... А, погоди-ка. Вот он, красавчик. 23 уровень, да? То есть еще немножко, он получит 24-й. Это будет у нас, по-моему, третий дракон, да? Сейчас посмотрим. Сколько я уже... 5. Блин, жалко, я не могу посмотреть, сколько у меня уже обученных. Ладно, давай-ка мы с тобой еще, наверное, вот этот пак возьмем. Ну, посмотреть рекламку надо будет. Так, монеты Одина 6 штук. А вот и сам пак. 1000 рыбы, 2 руны, 2000 рыбы, бревна и лаварык. Опять мне он достается. Это уже, друзья мои, повторчик получается, да? Лаварык. Если я его отпущу, 180 тысяч рыбы. О-оу. Нет, пока не будем его отпускать. Пускай он будет у нас с тобой сидеть в этом, как он там называется, в ангаре. Да? Что у нас по заданиям? Так, улучшите зал совета, понятно. До 6 уровня, так, повысите на 3. Вот тебе, что ли? Ну, вначале тебя нужно обучить. А пока это невозможно сделать. Сколько у нас с тобой? 2 дня всего лишь идет, а нужно 7 дней. 7 дней, ребят, еще 5 дней ждать. Как же это все-таки долго. Так, тут получаем награду. Так, используй ускорение, победи драконов. Кстати, да, насчет драконов. Мы с тобой сейчас отправимся на арену. Мы пойдем на арену, будем драться. И, возможно, что-нибудь я смогу прокачать. Давай-ка посмотрим. Могу улучшить? Нет. Душители пока тоже не могу. Их нужно прокачивать, ребята. По уровню. 24 уровень нужен для дальнейшей прокачки. Ну что? Тогда идем в бой. Надеюсь, быстро найдется команда. Слушай, довольно быстро. 6-е разряды, я смотрю, и 7-й один. Угу, приступим. Блин, вот этот вот лютый чувачок. И этот, кстати, тоже лютый. Так, ну что, давай с тобой что-нибудь придумывать. Так, бомбанули слегка. Блин, двойная атака, это плохо. Что он там хочет? Ох ты, это, ребята, плохо на самом деле. Броню понизил, значит, добьют, скорее всего. Или же, ну, скорее всего, добьют, но мы все равно, ребята, можем с вами немножко здесь побуянить, так сказать, да? У нас усиленная атака, этого, наверное, сейчас водореза добьют. Угу. Я этому не удивлен, нисколечко. Окей, так, теперь будем брать, наверное, вот этого, да? Нам нужно уничтожить. Упс. Упс, ребята, вот это вот плохо. Один я с ними не справлюсь. Причем это с двумя атаками. Не успею, скорее всего. Не получится. Он меня доколупает. А сейчас у меня еще и атаки кончатся. Да, и этот вжарит мне по полной программе. Сейчас они будут вдвоем ходить. Сейчас бомбанет. Наверное, все, мы проиграли здесь. У-у-у, еще и понизил мне атаку, друзья мои. Понизил атаку. Че мне тут? Хиляться? Ну, отхил мне здесь не поможет. 148. Н-н-н. Ну, защита, правда, у нас тут повесилась. Если только, я не знаю, как-нибудь глушить его. Ну, сам подумай, да? У меня не хватит все равно, ребята. Так, если я еще... О, 209. Он, кстати, может сейчас сделать массовую атаку. Мощную причем. Ну что, будем рисковать или нет? Ну, оглушу я его, да? Сейчас предположим. Что дальше? Могу хильнуться. Или дальше бомбить его. Так. Не забывай, что у него... Вот и все, ребята. Вот мы и приплыли. Сейчас он обязательно меня сделает удар. И все, и мы проиграем. Бывает и такое. Не всегда, как говорится, выигрываем. Что ж поделаешь. Сейчас будем отыгрываться. Единственное, что я думаю, может быть, нам кого-то заменить...
А вместо Острозуба взять кого мы можем? М? Кого мы можем с тобой взять? Громобоя можно, в принципе, взять, да? Слушай, давай-ка мы, наверное, с тобой так и сделаем. Уберем Вострозуба. Нет, лучше я Водореза уберу. Так, попробуем, короче, заменить. Снарядить вот сюда. А вот что-нибудь да получится. Ну, не получится, так не получится. Хотя очень сильно бы хотелось. Так, мы имеем слабость к огненным, да, стихиям. Потому что у нас защитники. Так, смотри, что у него здесь. Огненный, вот это вот опасный типок для нас. Сразу тебе скажу. Так, что мы можем сделать? Кусить. Окей, предположим. Смотри, что творит, а? Не надо, блин. Усиливает атаку, ребята. Он усиливает атаку. Я тоже тогда так сделаю. Блин, вот он сейчас будет бомбить. У него двойной укус под усилением. Это очень, ребята, будет жестко, поверь мне. Это будет очень жестко. Они меня бомбанут все-таки моего, да, этого уклонения. Так. Этот тратит свой ход на укус. Предположим. Давай, Вострозуб. Так, и кусаем. Так, у этого повышенная атака, ребята. Сейчас он будет делать двойной укус. Очень мощно будет бомбить. Плюс у него вся шкала. Фу. Так, давай, наверное, сделаем оглушение. Так, и укус. Пока он будет стоять, этот мелкий будет нам тут надоедать. Мелкий громель. Так, мы его опять глушим. Бабах. И укус. Так, ну что, Громель остается здесь один. Ну, я думаю, с ним все будет, ребят, намного проще. На тебе. Так, блокируем. А, подожди-ка, мы не блокируем ему способности. Я, честно говоря, думал, что у него это... Да нет, у него, в принципе, она и есть. Только почему-то она не сработала. Так, и еще разок. Вот таким вот, ребята, макаром мы его и будем. Мы его не выпустим из оглушения. Все, победа за нами. Победушка за нами. Отыгрались, да, маленечко с тобой? Скоро, кстати, будет как 3000 кубков. Еще немножко осталось. Ну что, нам нужно еще с тобой сыграть, но два раза. Это и при том, что мы сделаем две победы чистыми. Поехали. Ожидание соперника. Слушай, надо было, наверное, мне поменять. Хотя шестые разряды против меня сейчас будут выступать. Я думаю, справимся здесь, да? Так, вот этого надо вальнуть. Хотя вот этот вот огнем шпарит не кисло. Ну-ка, попробуем, наверное, с него все-таки. Так, усиливаем себе атаку. Кусаем. Ну и кого будет Громель атаковать? Ага, вот как он делает. Так, а ты? Твою ж налево, снял мне усиление. Прикинь, смотри, что творит. Ты смотри, что он делает. Так, ну что, этого тогда мы наказываем. Замечательно. Теперь вот этого будем бомбить. Так, сейчас, наверное, Громель добьет. Почему же ты такой слабенький-то, а? Хотя нет, не вышло у него ничего добить. Давай, кусаем. Загоняем в стан. И еще раз кусаем. Был бы у кого-нибудь вампирик, да? Чтобы он мог атаковать и восполнять. Господи, он еще и промахнулся. Все, ребят, тогда крышка ему, по идее. Мы сейчас будем его станить. Жестко. Естественно, кусать. Бомбить. Давай вот так вот сделаем. Опять загоняем его в стан. И... Погоди секунду. Так, мы можем заблокировать его, наверное. Хотя вообще уничтожили. Я, честно говоря, даже не ожидал, что он промахнется. Он бы мог, конечно, мне добить этого дракончика. Но он сделал промашку. Ты видел, да? И
Он у нас выжил. Слушай, ну шикарно. Ну что же, нам с тобой еще нужно один бой сделать. Я знаю, что ячейки забиты, но нам некуда деваться. Нам нужны с тобой победы для того, чтобы открыть пак вождя. И это будет только первый, там еще второй созреет. Ох ты, елки-палки, вот этот вот сильный дракон. Не впервые мне с ним сталкиваться, что он делает? Ага, вот так вот, значит, атакует. Слушай, ну, лавовый дракон довольно неплохо его кусает, и это классно, надо будет учесть вот это вот. Так, он красный, а этот синий, да? У нас получается... Слушай, ну синий атакует красных по-усиленному. Так, заблокировать получилось? Получилось. Так, он только может сделать укус. Смотри, как понизил броню. Все, ему... Блин, промахнулись. Ну, правильно, ребята, это драконы, как тебе сказать, ловкости, по-моему, да? Так их величать, когда крылышки. Ловкость, скорость. Блин. Пора разобраться с тобой, парень. Ты уже действительно осточертел нам в доску всем. Сейчас мы тебя... Блин, так и хотят этого моего дракона подбить. Да, у них получилось. К сожалению, у них получилось. Ну, мы тогда будем по всей строгости, да, наказывать. Печатаем. Удвоение энергии. Кусаем. 176, 182. Нехило, да? Кусь-кусь такой происходит. И победный, ребята, победный был удар. Ну, а мы с тобой двигаемся далее. 30 кубков еще. 3000 бревен. Ну что же, а вот и пак. Давай смотреть, что нам здесь достанется. Громоль, громобой. Так, вострозуб, сарделька и все. Ладушки. Ну что, пойдем тогда за следующим паком. 10 боев. 10, точнее, как даже не боев, 10 драконов нам нужно с тобой победить. Понимаешь, да? То есть это как минимум 4 боя. Хм. Тоже такой же, да? Как у меня. Он ходит первым. Уклонение. Вот это нам фартануло, ребята. Он не попал первым своим ударом. И это дает нам некое преимущество перед ним. Так, сейчас у него будут ходить 3 дракона подряд. Так. Ай-яй-яй. И этот. Слушай, у него энергии, блин, много. Так, давай-ка на равных выйдем. Добиваем. Все. Ну что же, двое против троих. Блин, лавового дракона бомбят мне. Ты посмотри, а. Так и хочет его уничтожить. Давай-ка, наверное, вот так сделаю. Будем с тобой вот этого атаковать. Хотя тут разницы никакой принципиальной нету. Уничтожат они мне все-таки дракона моего. Ему не выжить. Никак не выжить. Чего бы я здесь не делал бы. Ну и фиг с ним. Нам главное с тобой подбивать вражеских. И желательно всех. Всех троих. Не проигрывать, то есть, получается, да? Опа! Ох ты, суперудар оказывается массовая, ребята, не мотая. Будем это знать. Слушай, как бы мне это боком не вышло все, а? Да ты запарил, как он так делает, ребята? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, по-моему, мы потеряли с тобой дракончика. Если мы... Так. А мы в немоте, я не могу, ребята, его застанить, прикинь. Слушай, тебе не кажется, что он чересчур быстро накапливает энергию себе? Не кажется ли тебе такое, а? На. Вот мне почему-то кажется. Так, давай еще разок его бомбанем. Блин, не в моем, ребята, как говорится, положении его выпускать. Иначе он суперударом нас бомбанет. Есть контакт. Ху, чудом, чудом, ребята, мы здесь выжили. 30 кубков. И что там нам? Рыба, 3000. Замечательно. Двигаемся далее. Слушай, а может быть... Подожди, подожди, давай-ка мы поменяем с тобой. Например, вот этого мы заменим на... Кто у нас тут из новеньких есть?
Громорога взять. Я, кстати, им не играл. Как бы я не знаю, что он из себя представляет. Ух ты! Давай посмотрим Лаварыга. Ну, это, кстати, близкий родственник Громеля. Тут даже так и написано. Информацию, если почитать. Блин, не здесь. В других местах. Но он 5-го разряда. Фиг его знает, ребят. Поглощает урон, предназначенный для всех драконов своей команды. 25%. Может быть, пока не стоит этого делать, а? Ладно, оставим пока как есть. Как есть. Хотя мне хотелось бы, конечно же, посмотреть новых каких-нибудь драконов. Но у меня их не так уж и много. 2 седьмых разряда и 1 восьмой. Кто нам здесь достается? Блин, у него имба, друзья мои. Уворотливые драконы. Очень много он с собой их берет. По ним часто мажешь, кстати. Вот хочешь, да, нанести урон. И промахи, промахи. Именно вот на этой специализации. Уклонение или уворот, как я не знаю правильно назвать-то. Ловкость. Так. Что он сейчас делает? Понятно. Ничего страшного пока не было. Давай-ка укусим. Я думаю, добивать его пора. Этого дракона нам надо будет добить. Ох ты. Вот это он вдарил. Да иди ты. Блин, потеряли, короче, мы с тобой дракона этого. Опа. А что это он стал делать вдруг? Очень интересно. Но здесь он, скорее всего, потеряет преимущество свое. Мы сейчас тут их разберем тогда. Все, Вострозуб остался один. Ему не справиться против моих двоих. Кусаем. Естественно, станем сразу же. На тебе. И так и будем. Стан, печать, стан, печать. Ага, печать не срабатывает. А почему? Можно мне узнать, почему не срабатывает печать? Ну, печать это, ребята, немота. Он защиту поставил себе. А ну-ка. Вот сейчас все отлично было. Поставил защиту, но мы, естественно, его будем, ребята, дальше продолжать бомбить. Станет, чтобы он ничего здесь не делал, не прыгал, не дергался. Опять оглушаем. Угу. Так, и опять немоту. Немота не сработала. Короче, добивает у меня Вострозуб. Ну что же, ребятушки, победа за нами. Одна, так сказать, из немногих. И уже 2900 кубков. Нам нужно с тобой еще победить 4 драконов. Ну, 2 победы еще надо, да, получается. Так. Опять уклонение, да? И он первый ходит. Почему он всегда первым начинает ходить, а? Что за дела? Ну-ка, начнем вот так вот с укуса. Давай, наверное, усилим себе атаку. Сейчас что-нибудь придумает. Ага, броню понизили, блин. На громобое. Так, этот делает укус. Но мы с тобой тоже будем сейчас делать укус, но уже усиленный. То есть сразу же съели. Дальше печатаем. Нормуль. Так, что будет Громгильда это делать? Ага. Да, тебе только стоит кусать. Дальше делаем, ребята, усиленный укус. Блин, уклонение, ребят, сработало уклонение. Опять печатаем и ударяем. Не знаю, шансы есть, в принципе, на чистую победу. Что это он сейчас сделал? Он поставил себе усиление защиты. Мы добиваем. Окей. Так, здесь мы лучше хильнемся. Так, и будем станить. Когда враг остается один, а у тебя, например, двое, да? Очень легко, ребята, его держать постоянно в стане. Еще и можно и блокировать ему способности, да? То есть, ну, сам понимаешь, одному против троих вообще вариант выжить. Да нету его. Нету никаких вариантов. Хотя вот так вот можно, ребята, да, как сейчас было, промахнуться.
И это, кстати, наказывается. Ты промахнулся, а он нет. И все, ребята. И победушка у тебя из-под носа улетела. Так, что нам сейчас дадут? Рыбу. Это хорошо. Ну что же, последний бой. Колоду пока не меняю. Оставляем как есть. Я просто хочу как можно быстрее зайти до следующей арены. Там наверняка будут уже другие какие-нибудь драконы. Блин, чтоб тебя. По идее, мне вот выгоднее вот этого, ребята, бомбить. Но с этим тоже лучше не шутить. Ты видел, да, как он там бомбит? Не по-детски. Так, усиление атаки есть. Ты что будешь делать? Так, он мне защиту сбил. Не то, что даже сбил, он мне ее понизил. Ой-ой-ой. Да иди ты в пень. Блин, промашки. Очень часто промахиваются. Я вам говорил, ребят, по этому классу, по скорости или ловкости часто будем промахиваться. Опа. Это плохо. Это плохо, что сейчас вот сделал он. Так, блокировать смысла нету, согласись. Лечиться тоже нету. Давай тогда вот так сделаем. Он сейчас будет делать укус двойной, блин. Да под усилением. Сейчас распечатает, наверное, мне, да? Смотри, что он делает. Что творит, а? Ладно, будем его тогда станить. Будем его станить, раз он так, такими делами занимается. А вот этого надо кусать. Угу. Понизили атаку, как ты видишь. Этого из стана не выпускаем с тобой. Подожди, а почему он опять ходит? Эй! Трындец. Блин. Давай хиляться. Пока другого варианта я не вижу. Ребят, ну смотри. Да, он заколебал, блин, уже. Еще и уклонение. Этот нас уничтожит, скорее всего. Скорее всего, этот дракон нас уничтожит. У него инициатива, я смотрю, офигеть какая. То есть мои ходить не собираются, а он нас просто распечатал, ребят. Вот так вот. Твою ж налево. Так, ну что, друзья мои, мы накопили с вами на пак. Давай-ка будем его вскрывать. Громобой, громель, острозуб, водорез и беззубик. Все. Надо ждать, ребята, надо ждать 9 часов, чтобы следующий, как говорится, у нас... пак открывался. Так, что у нас тут? По заданиям мы что-то выполнили. Давай получать 10 рун. 10 рун, это неплохо. Так, отправьте беззубика в путешествие. Я что, его не отправил? Ага, он у меня... Ну, я не буду, ребят, его... обучать пока. Есть у нас, да? Кому обучать? Так, а вот шокохват нужно нам найти. И хакату. Древоруба я тоже, кстати, не нашел. То есть вот этих вот трех драконов надо искать. Так, ну что, наверное, попробуем отправить на поиски. Пускай летит. Так, мы сразу с тобой автоматически 5 рун забираем. Так, обучить трех драконов. Используя ускорение, отправить... Подожди, отправить двух драконов в приключение. Ну я же отправлял, у меня же вот эти вот Громгильды, да, и Сарделька вот здесь, они же отправились. Почему это не засчитывается, я не знаю, друзья. По идее должно, но что-то они так не делают. А? Может быть этого? Охламоныша. Пещера-крушитель. Иди, обучайся. Пещера-крушитель. О, новая способность. Выучился, да? Молодец, красавчик. Так, расширить академию. Ну, их тоже, ребята, надо будет, как говорится, немножко подраскачать. Лишними они уж точно не будут. Так, забираем. Что еще у нас тут с тобой интересного есть? Получить. Так, еженедельные.
Так, победите свирепых драконов, да? В схватке, это мы сделали. Так, отправьте беззубика в путешествие. Нам нужно будет еще 4 раза отправить и получить 18 предметов в путешествиях. Ну, вот то, что вот я использую всего лишь, ребята, бесплатное, да? У меня всего один карман. То есть мы с тобой будем тут до потери пульса это все дело получать. И следующее, я не могу понять, почему меня отговорили вот эту вот штуку прокачивать. Что с ней не так, ребята? Вы можете мне объяснить? Просто подписчик писал, если ты это откроешь, ты потом намучаешься. А пояснить не пояснил. Так, и я хотел еще, знаешь, что сделать? Отбить оборону. Так, поиск временной акции. Я хотел сделать этот флот, где вот у нас тут? Вот это, по-моему, да? Победа над флотом. Как мне приступить к войне? Помнишь, нет? Я вот не помню. Так, обмен, 1350. Нет, спасибо большое. Так, это нам не нужно. Ага, больше у него ничего нету. Только либо выбирай это, да, либо ничего. Окей. Святилище Валки. А что тут нужно? Ага, нужно иметь одного дракона 51 уровня. Меня зовут Валка, а мой дракон шторморез по имени Грозокрыл. Это, конечно, хорошо. Я представляю, сколько там надо будет еще на этого Грозокрыла потратиться. Так, что тут? Это не мне. Ну как же мне это, атаку-то сделать? Может быть, нам по заданиям? Ну-ка давай посмотрим. По заданиям. Нет, подожди секунду. Там как-то можно было нажать задание и выполнять. То ли в ежедневных заданиях, то ли где. Где это все? Вот вспомнить бы, а? Изваяние. Так, викинги, руны, карты. Вот хоть убей, не могу вспомнить, как делается. Ну, я тебе скажу следующее, ребята. Все очень долго здесь прокачивается. Очень долго прокачиваются драконы, очень долго делаются постройки, очень долго они добывают эти ресурсы. Но это на самом деле не шутки. Все очень и очень долго. Это плюс я еще, ребята, за кадром играю, то есть не каждый раз, да, серии. А то бы мы тут с тобой просто на месте топтались бы, и никакого прогресса у нас бы с тобой не было. Так, ну как же все-таки это-то, оборону? Оборону нашего острова. Так, начать, окей. Подожди-ка, его нету у нас, да? Давай, наверное, сделаем вот так. Дальше. Вот так. Я не знаю, тут влияет ли уровень на что-нибудь или нет. И вот так, к бою, поехали. Ну, мне кажется, мы здесь с тобой продуем. Последние разы мне что-то... Ёпр, ты посмотри. Ну вот как вот, ребят, я тут должен, извини меня, с ними тут драться? Как? Офигеть. Столько кораблей. Давай. Выходи. Так, так, и вот так. Хотя бы маленькую лодочку, что ли, уничтожим. И есть контакт. Так, по-моему, сейчас одного дракона у меня уничтожат, скорее всего, да? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, вот этого сейчас бомбанут. Хотя, погоди. Слушай, тут еще две лодочки. Блин. Один дракон остался, а он что он сделает? Да ничего, ребята, он не сделает. Его уничтожат. К сожалению, проиграл. Вот как вообще вот это вот можно, ребята, понять? Я не знаю до сих пор, какие драконы нужны. Как предугадать, скажем так.
Какие драконы здесь рулят, какие нет? Без зубика я не могу отправить, потому что он у меня, видите ли, улетел в путешествие, да, там, в поисках. Без зубика обычно у меня рулил. У него довольно такая мощная атака. Ну, не вышло так не вышло. Что ж поделаешь. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда мы, наверное, с вами на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!